Я на баране еду, кто-то у меня постоянно, мне кажется, вот сзади сидит кто-то. У нас нет такого, который это. У нас тоже на баранах, на лошадях ездили. Такое какое-то существо на санки садится и не может лошадь бежать. Даже буран не может ехать. Да. Есть такое? Есть такое. А, у нас тоже такое есть. Есть такое, да? И он доедет до определенного места, выпрыгнет, и все, дальше потом бежит. Но потом нормально. Нарды тяжелые стоят, но. Да. Угу. У нас вообще буран на ровном месте этот остановился, нарды. Ни туда и ни сюда не едут. Чем дай сучок буран отправлен был. Угу. Типа об него что ли застрял. Да не может быть такого. Наш пельменник он это на УАЗике ехал, здесь по гриве ехал. Ехал, УАЗик остановился, на песке буксует. Просто на чистом песке УАЗик стоит, буксует. И все, не едет вперед. Потом буксовал, раз сорвался, поехал дальше. Дальше свободно все. Садился пассажир. Он на следующий день, а тот же вечер, да? Его убили. Офигеть. Это получается уже как да, уже все, душу приходили забрали. Ну, уже все, ну. Не было отсыпки, там местами болото. Едешь, постоянно застреешь, ешь, буксуешь там на этих болотах, нигде не застревал, как будто этот. Все сверху прошел. Ни на одной болоте не застрял. Ну все уже как позвали. Да, все уж. А кто его убил? Да, магазин, короче, пьяный зашли, там охранник вышел, ударил его. Короче, видно, попался в такт сердца. И все, он не был это. Вздохнул, выдохнул. Ну, не смог и все. Сейчас в деревню тоже ездила. Ужастики мне понарассказывали. У нас же зимник там. И ехал какой-то на тракторе. Какой-то русский. Едет, видит, впереди какой-то в меховой одежде идет такой большой. Ехал, остановился. Представляете, сел же он. Лицо не показывает. Сел, он с ним разговаривает, тут молчит. Потом раз за поворотом, у нас там старая деревня и старое кладбище там. Выпрыгнул и побежал. Представляете? И даже вот я была тоже. Они говорят, к нам тоже приходят. До того, говорят, стучаться, на улицу выйдешь, поорешь, покричишь, они уходят. Соседи были, Махов Чумин приходил к ним. Да? Да. Олег тоже? Олег тот-то. И мать весной ушла из жизни. Короче, жена его на улицу вышла. Какая-то женщина, говорит, идет метров 10. Старенькая, говорит, со стороны солнца поднимается, под дембельным шагает, картлым кипаем. Манит, выглядит, куда идешь? Думаю, может, ну, кто-то проходит мимо, говорит, нас. И раз, говорит, Кохтман, моя шагом, говорит, этот, не могу себе держать, говорит, Олег, ну, Олегина жена была. Я, говорит, Олегу сказала, потом, говорит, матери его сказали. Но мать типа сказала, говорит, пойди на улицу, кто там ходит, типа. Потом весной она сама заболела и скончалась. Ну, типа, получается, что тоже забрал. Людям рассказывала, никто не верит. А бабушка ихная говорит, как раз болела, видимо, что ли. Бабушка потом говорит, да внимание не обращай, говорит, это говорит, когда дети балуются, говорит, всякое же может быть. А вечером-то что еще баловалось? Я вот сейчас в деревне пришла. Я же лыжами занимаюсь. На лыжню Андрея, помнишь, рассказывала? Да. И там как бы у знакомых ночевала. А подружка у меня, говорит, надо было на выставку куклы шить. И она до 12 ночи, говорит, шью, быстро. Раз ну, потащила. Ну, йогу же нельзя сидеть шить. И раз куклы поставила, все, завтра унесу на выставку. И все, дочка усыпила, спать легла. Мама ее просыпается, ищет Варю. Хохочет. То, говорит, там хохочет. Варя, говорит, ты что не спишь? Представляете, эти куколки, давай там хохотать, бегать. Я, говорит, поняла, говорит, что они, говорит, эти куклы, говорит, пакет затолкала, закрутила и под диван закинула. В школу не сладко, сейчас в школе, говорит, там бегают. Ну, это то, что она ночью сидела. Ночью шила, быстро. Ну, все равно. Как бы ни было, говорим, руч, а все равно же придерживаемся.